конкурс «Дети читают стихи». Бушуева Александра, 13 лет, город Евпатория, Республика Крым. Юрий Левитанский, диалог у новогодней елки. Что происходит на свете? А просто зима. Просто зима, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома. Что после этого будет? А будет январь. Будет январь, вы считаете? Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги, старинный букварь. Чем же все это окончится? Будет апрель. Будет апрель, вы уверены? Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафан и легкие платья и ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько вьюги не кружить, недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Месяц, серебряный шар со свечой внутри и карнавальные маски. По кругу, вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз.